Ну, все помню, да, когда мне попадаются так называемые лайфхаки, да, из деревенской моей жизни, да, я всегда вам делаю вот такие деревенские заметки. Видите, если у вас дерево пострадало, и вам нужно... Ой, видите, нахулиганило. Ой, хотела показать, как лучше, видите. Здесь, чтобы не образовывался грибок, не скапливалась вода, быстренько мы затыкаем вот обычной пробкой от вина. Ну, у кого-то, может быть, она будет из-под коньяка. Так что вот такой замечательный, быстрый лайфхак поможете сделать. Всем хороших выходных!